С начала марта ОАО «Свитанок» перепрофилировано, и 90% производства работает на изготовление нетипичного ассортимента – повязок. Благодаря наличию собственного сырья перестроить работу получилось рекордно быстро. На первоначальном этапе мы производили 10 тысяч масок в сутки. На сегодняшний день мы вышли на объем 55-60 тысяч изделий в сутки. Есть возможность увеличить еще минимум на 10 тысяч, и это мы сделаем в течение этой недели. Повязки двух видов – из медицинской марли и трикотажного хлопкового полотна. Компания отмечает, что это не стопроцентная защита, но хороший барьер для вируса. Изделие многоразовое и при правильной обработке прослужит долго. Они у нас в черном цвете, в белом цвете. Марлевые повязки у нас только белого цвета. Ее можно постирать, ее можно дезинфицирующим средством обработать, ну а также погладить горящим утюгом. И она снова готова к использованию. Сотрудники предприятия с пониманием отнеслись к ситуации. Никого не заставляли, но многие осознанно отменили отпуск и вышли на работу. Когда нам предложили задержаться, чтобы помочь производству, то мы, конечно же, согласились. Быстро научились, набили руку. Ну, к тому же, если это нужно для народа, то мы только за. Ежедневно готовые повязки отправляются в государственные и частные структуры. Изделия можно найти и в торговой сети предприятия. В нашей фирменной торговле мы стараемся обеспечить нашими фирменными повязками, защитными масками, чтобы наши покупатели смогли приобрести. И мы максимально наполняем наши магазины. Это и гладкая наша, и набивная маска. Стоимость маски от рубль 70 до 2,20. Спрос на повязки сегодня, без сомнения, велик. Ведется работа и по освоению производства медицинских масок. На предприятии уверены, что в течение нескольких недель новый вид защитных средств уже начнет проходить испытания.